Просто куча мест, где... Это что такое? Инструменты для автомобиля. Профессиональный набор инструментов для обслуживания автомобилей. Слушай, это прикольная штука, но я ее возьму. Я, наверное, вот эту хрень выложу. Пойдем теперь наверх, посмотрим, что здесь есть сверху. И нам нужно на самый верх. Исследуем. И мы нашли супермаркет. Ни хрена себе нам подфартило, а. О, супермаркет. В супермаркете у нас должно быть куча жратвы. И пока что-то зомбареют. О, я слышу. О, он меня видит. Так, нормально все. Уходим, уходим. Давай, давай, сюда, сюда, сюда. Где он там? Давай его, наверное. Надо грохнуть. Вот он ходит. Штампани его. Штампанул. Еще разок. Отлично. Так, готов. Ладно. Исследуем супермаркет, блин. О, у нас тут тухлое жареное мясо. Протухшее жареное мясо, которое трудно есть. Если употребить, то настроение ухудшится и есть риск заболеть или отравиться. Вы вообще гоните. Вот картошку я возьму, а эту хрень тухлятину. Зачем мне она нужна, правильно? Чтобы сдохнуть с болями? Не, ребята, нет, спасибо. Давай дальше смотреть. Мы всякую хрень не едим. Даже в зомби-апокалипсис. О, у нас тут... Переработаем сразу в ткань. Ткань она нужна. Ого. Ого, ого. Это у нас дерево, да? Переработали в дерево. Это у нас в металл. Переработали металл. У нас же в жратву. Если что, я картошку выкину, потому что она слишком много места занимает. Где тут зомби? А, вот он ты хочешь. Милок, а? Ну давай, давай. Мы с тобой справимся. Ой, так, он ходит куда? Вверх-вниз? Если я вот так вот пойду, ты же меня... А, гад, увидел. Еще разок. Так, отходи, 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 отходи. Прячемся за стеллаж. Вау, а что ты такой какой-то крутой, смотри. Это какой-то сильный чувак. Блин, от него надо убегать. Беги, чувак, беги. Я фигею. Нарвался на какого-то хрена здорового. С клешнями. Так, давай сюда. О, гаденыш. Не, он реально сильный. Он сейчас должен куда пойти? Так, он идет сюда. Давай ему со спины. Стоп, 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 стоп. Как тебя шлепнуть-то? Ты такой верткий. Ну, получи. Давай, мочи его. А! Блин, еще бы с них что-нибудь давали, а? А так ничего не дают. Это плохо, между прочим. Очень плохо. Стоп, 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 там еще зомбаревич. Зомбист. Он ходит внизу. Чего? Вот, со спины заходим. Ударяем. Ух, отлетел, как хорошо. Вот там еще один, блин. Нехорошо. Давай тогда наверх сходим, посмотрим. Вот здесь. 10 утра. Здесь у нас кола. Давай ее выпьем. В чем проблема? Попьем, настроение улучшится. И будет проще с зомбаревичей всяких крошить. А где кто ходит? Я не вижу тебя. Где ты бурчишь? Бурчун, а? А ну-ка тут. О, здесь тоже картошка. Ну, конечно, тут. Блин, нельзя еду поставить. О, боже. Так, у нас крысиное мясо. Меняем его на нормальное мясо. В супермаркете, конечно, куча жратвы, но она вся отвратительная. А зачем нам отвратительная еда, правильно? Я тоже так думаю. Где ты там ходишь? Вот он ты ходишь. Шлепну его. Еще разок. Нормально. Обыскиваем. Здесь у нас то же самое. Мы взять ничего не можем, блин. Давай я картошку, короче, скину. А вот это вот кроличье мясо я возьму. У жратвы куча. Ну все, на выход. Мы тут все посмотрели. Тут больше нефиг делать. Уходи. Сейчас скинем все это дело в наше убежище. В наше укрытие. Да. Так, заходим. Теперь посмотрим, что тут у нас можно добавить топливо. 1 час. Теперь можно приготовить. Что мы можем приготовить из еды? Ни хрена. Потому что нужна трава. Да ты гонишь. А, вот смотри, картошка. Ржаной хлеб. О, не может храниться долго. Ржаной хлеб. Картошечку. Кроличье мясо. Короче, вся еда тут портится. Я вообще против крысиного мяса. Но вот кроличье это нормально. Я потом приду, приготовлю его. А для начала нужно
Какая-то поставка. Что за поставка? Он получит дополнительные припасы после 3 смертей подряд. О, дополнительные припасы. Я как бы не планирую еще 2 раза подыхать. Вот, честно. Короче, нам нужно дерево, пластик и резина. Вот. Это основная штука. Все, теперь пойдем в другое место. Раз у нас тут супермаркет, значит здесь что-то интересное должно быть. Сейчас пропутешествуем и узнаем. А это у нас больница Смита. Во, где мы и были, но нас тут грохнули. Больница Смита. Я вернулся, да. Не-не-не-не-не-не-не, уходи. Больница Смита, блин. Она появляется в разных местах. Короче, я понял. Спасибо. Если я этого зомби-чувака грохну, вот он идет. Подходи и сразу ему в репу. Хренас! Еще разок. Молодец. Ты настоящий герой. Теперь этого на ресепшене надо штампануть, пока она не видит, да? Еще разок, давай! Ну! О, готов. Смотрим. О, ну вот она трава как раз. Трава, трава. Ну, я вообще не планирую тут ничего убирать, но если... на то идет. Я возьму вот эту траву. Пойдем дальше исследовать. В эту комнатку я еще не заходил, кстати. Я заходил в другую, но не в эту. Зомби стоит. Давай его сразу грохнем. Еще разок. Вот. Сталь у нас. Сталь, сталь, сталь. На дерево я не буду менять. На пластик. На сталь поменяем. Дальше исследуем и потом сюда. Стоп! Давай, давай, заходи, заходи скорее. Зомби там идет. Так, он сейчас пройдет. Получи. Отлично, видишь, здесь ничего. Такое ощущение, что я тут уже ходил. Сейчас побольше наберем. И надо уже отправляться домой. Видал, сразу все забрал. Внизу тут, наверное, где-нибудь зомби еще ходит, да? Где-то он урчит. И урчит такой нормальный парнишка. А тут что, не пройти, что ли? Точно не пройти. Завал. А вот он ходит внутри. Здесь ничего интересного нет. Не будем тратить на это время. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, зомби идет. Давай сюда. А, ну тут все, тут тупик. Нам нужно сюда пройти. А вон он идет. Черт, бы тебя побрал. Ну давай. Отошел. Ударил. Ударил. Еще разок. Блин, а. Попал все-таки. О, видал, как все круто получается. Ну, пока что круто. Зайдем, обыщем. Блин, мне определенно нравится эта игра. Но вот все я не смогу тут взять. Угу. Так, пойдем дальше смотреть. А дальше тут еще куда-то проход. О, заходим, давай. Ни хрена это больница. Это просто здоровенный... Вау, здорово, чувак идет. Давай, 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 прячемся. А, вот зомби сразу крохнем. Так, заходим сюда. Блин. Чуть не попался здоровяку. Классно. Классно, классно. Так, ну нам нужно сюда зайти, но там ходит здоровяк. Вон он ходит. Здесь сюда не попасть. Это что такое? Февраль 2000... А, это газета? Газета какая-то. Подожди-ка, ну-ка давай посмотрим, что за газета. Прочитать же можно. Читать. Сегодня на центральной площади энергетическая компания объявила о своем создании. Во время пресс-конференции мистер Дюк Ливингтон, главный технический директор энергетической компании, представил главную цель своей фирмы – победить рак. Перспектива мистера Ливингтона дала нам надежду на светлое будущее, где никто не страдает от рака и каждый может жить более здоровой жизнью под голубым небом. Энергетическая компания – совершенно новая корпорация. Но участие доктора Дюка в фирме дает нам веру. Прикольно. Я прочитал, и она исчезла. Ну, здорово. Давай-ка. Так, что там? У нас здесь есть зомби. Здесь есть чем поживиться. И надо уже... надо уже возвращаться, прикинь. Я что-то тут долго колупаюсь. Я тебя слышу. Да-да-да-да-да. Бежим. Бежим обратно. До дому, до хаты. Блин. Я так не успею. Я так могу не успеть. Надо реально возвращаться. Опять покоцают меня. Негодяи. Да, уходим. Все нормально. Отправляемся в укрытие. Полчаса мне хватит. О, успел тика в тику, прикинь. Еще полчаса осталось. Так, теперь что надо? Починить забор надо. У нас есть дерево. Нужно починить забор. Иначе... А лучше сделать какой-нибудь новый забор, да? Ну... Придется нам чинить старый, видимо. Зато можно сделать рюкзак новый. Но для начала давай починим заборчик.
А то нам будет кирдык шайтан. О, как раз до 6. Все, нормально. И делаем прочную хлопчатую сумку. Надеюсь, там больше слотов будет. Давай, попробуем. Целый час этот рюкзак себе шил. Это круто. Так, давай смотреть, какой у нас рюкзачок. У нас добавилось еще 3 новых слота. Смотри. Круто, круто. Спасибо, ребятки. Не ожидал. Ой, как я не ожидал. Так, что-нибудь изучить тут можно? О, нам тут дают изучить кухонная плита. Револьвер дают изучить. Так, я это сейчас все дело изучу. Ну, погнали. Изучаем кухонную плиту. Затем изучаем револьвер. Как его сделать, как им пользоваться и все прочее. Дальше изучаем аккуратное производство, чтобы создавать предметы с большими деталями. Конечно. Крысиное мясо испортилось. Ну и нахрен его. Подожди. Крысиное мясо, говорит, испортилось. Нужно пожарить кроличье мясо, а то оно того сего. Картошка, он уже, видишь, портится. Картошку надо пожарить в срочном порядке. Блин, можно было бы сделать эти... Так, кроличье мясо, это вообще надо убрать нахрен отсюда. Ага, съесть. Сейчас кроличье мясо. Что за хрень? Почему? Почему я не могу это приготовить? Потому что нужна, наверное, плита. Плита нужна. Давай попробуем плиту создать. Изготовить плиту. Почему-то он в этой бочке не может готовить жратву. Мне совсем непонятно. Где плита-то? Вот она. Теперь что? Еда. Почему-то она недоступна. Нужна вода еще. Да ты гонишь, ё-моё. Вот реально гонишь. Почему ее нельзя приготовить? Я вот в упор не понимаю. Ну давай дальше будем обучаться. Теперь нам нужно чуть-чуть поспать. Буквально 5 минуточек. И все. И отправляться. Зомби опять сломали мой забор. Вот сволочи. Ну давай поедим. А доска-то у меня нет. Прикинь. Теперь нам нужны доски, чтобы отремонтировать забор. Иначе будет все очень плохо. Нам нужно снова отправиться в больницу Смита и доковырять там все, что мы там оставили. А оставили мы тут, ну, ни много ни мало, нормальное количество всего. Вот. Поэтому будем все забирать. Хорошо. Так, теперь сюда. Зомби там ходят, гаденыш. Вот, пластик тоже заберем. Теперь нужно его грохнуть, а то он там ходит. Нам мешает. Где тут заход-то? А? Где тут к тебе заход-то, мил человек? Ну, уже не человек. О, давай, бомби. Еще разок. Отлично. Проверяем. Что ты тут охранял? А ты тут охранял? Газетку охранял. Давай почитаем газетку. Сегодня на нашей пресс-конференции доктор Дюк, технический директор энергетической компании, продемонстрировал их последнюю разработку. По словам доктора Дюка, новая разработка стала результатом их 2-летнего исследования и тяжелой работы сотрудников, и этот препарат – средство от рака. Больше тестов даст понять, можно ли его начать продавать в ближайшем будущем или же нет. Компания надеется выпустить препарат в течение года. Что за прекрасная новость? Я тоже так думаю. Молодцы какие, а? Препараты от рака. Все как полагается. Молодцы, что исследуют, помогают людям. Правильно? Правильно. Сейчас тут заберем все. Вот. Больше нам тут делать нечего. Нужно идти в другое крыло осматривать. И нужно грохнуть того парня, который ходит там. Чтобы его... Вон он ходит. Спокойно. Ты, короче, какой-то крутой. Давай, я тебя попробую сзади, наверное, штампануть. Слушай, это какой-то регбист. Отойди. Регби, точно. Сейчас ты сдохнешь. Регби. Он все там в маске, в защите, все как полагается. Силен, силен, молодец. Ой, что такое? Лабораторное оборудование. Химические лабораторные оборудования, включая различные измерительные стекла и стаканы. Ну, видишь, как я все взял. Так. Оружие у меня скоро сломается, поэтому я думаю, не нужно вступать в бой с некоторыми ребят, ну, если только в крайнем случае. Все, пойдем отсюда. Здесь я все посмотрел. Нужно продолжить исследование в другой части, где я нашел там какого-то доктора. Здесь у нас ничего. Ну и все. Так, пойдем, значит, в другое крыло. А тут у нас зомби, который ходит, бродит. Его же можно грохнуть, сейчас он назад пройдет. Вот. Пойдем его шиндарахнем. Отлично. Шиндарахнули, обследуем. О, куча всего. Вот доски-то нам как раз и нужны.
Досок нам больше нужно. Все, тут больше ничего нет. Идем на второй этаж, там мы встретим этого сумасшедшего доктора. Он или зомби. Давай сразу на этого нападаем. Еще разок. Молодец. И не допустим, чтобы мы тут сдохли сразу. Так, уходим. Извините, девушка, вы меня, наверное, заметили. Но на самом деле это был не я. Так, вот. Можно теперь сзади его подойти и шляпнуть тебя. Давай, еще разок. Ты прикалываешься, что ли? Кулаками бей. Блин, покатилился, в лыщ получил. Оружие-то у меня, между прочим, сломалось. Еще газета какая-то, а ну-ка. Читаем. Новости. Прошло больше года с момента создания энергетической компании, однако средство от рака кажется еще таким далеким от нас. Недавний пожар разрушил здание энергетической компании, что оставило черную тень на их исследованиях. Слухи о проверках препаратов в энергетической компании, в результате чего пациенты теряют рассудок, еще не подтвержденные, но такие новости очень сильно взволновали жителей. Что-то пошло не так, да? Что-то пошло не так реально. Ну, вот так вот взял и хабар у меня уже у рюкзаке. Что там? Где? А вот он ходит. А ну-ка. Бей! Отойди. О, смотри, быстро какая-то тетка. Да? Бабка. Давай, давай! Так. Черт, меня сейчас грохнут. Кажется, я... Давай, пожалуйста, я тебя прошу! Блин! На пятый день сдох. Я еще раз пришел в эту больницу Смита, нашел один файлик, и вот второй. Давай прочитаем сначала первый. Земельные требования идеального королевства. Идеальное королевство Фреда Мейнора рассчитывает покрыть землю в 2300 квадратных километров. Учитывая большую площадь земли и личные предпочтения мистера Фреда, местоположение должно быть вдали от города, без доступа общественного транспорта. Идеальная земля должна быть окружена горами с естественными озерами, чтобы обеспечить источник пресной воды. Почва должна быть плодородной для растений. Доступ к пустоши не рассматривается. В то же время область должна быть пригодной для разведения животных. А что за земельные требования какого-то идеального королевства? Что это может быть? А вот еще один файлик. Давай его сразу тоже читать. Удлинение жизни всегда было темой, интересующей многие исследователи. Говоря о человеческой жизни, мы обязаны упомянуть теломеру. Теломера представляет собой область повторяющихся нуклеотидных последовательностей на каждом конце хромосомы. С течением времени она становится короче. Некоторые ученые считают, что человеческая жизнь может быть кратно увеличена, если сохранить длину теломер. У пациента из PanNET наблюдаются генетические мутации двух генов и изменения в белках, что продлевает теломер в некоторое время. Этот вид рака может использоваться как генетический инструмент для удлинения жизни. Нифига себе, что они нашли, а? Интересно, да? К той тетке я пока не пойду. Она какая-то слишком агрессивная. Ее вообще надо с автомата застрелить к чертовой бабушке. Вот, нужно проверить, что здесь. А здесь у нас зомби где-то ходит. Он наверняка внизу. Но все равно нужно же проверять такие дела. Вон он стоит. О, да это крутой зомби. Отошел. Готов. Мне бы арбалет, я бы его бесшумно шлепал, как этот, как чувак из исходящих мертвецов. Дэрил, он же тоже там ходил. Ходил с арбалетом. И, между прочим, неплохо справлялся с этим делом. Так что я думаю... Вот она, тетка. Получила, тварь! Мочи его, чувак, мочи! Просто мочил, молодец. Ух, справились. Но она какая-то крутая была. Или я хреновый, или я хреновый боец. Оба, она еще одна. Блин. Куда ты идешь? Это простой зомби. Так, нужно его грохнуть. Хорошо, что тут враги не... Блин, не возрождаются. Отошел, отошел. Будем действовать. Подошел, ударил. Отошел, подошел, ударил, подошел. Вот так вот. Намного лучше. О, еще одна газетка. А ну-ка. Читаем. Новости. Прошло больше года с момента создания энергетической компании. Однако средство от рака кажется еще таким далеким от нас. Недавний пожар разрушил здание энергетической компании, что оставило черную тень на их исследованиях.
А, ну это я уже читал. Хорошо. Там еще один, кстати, выход какой-то. Но я хочу здесь посмотреть. Тут у нас... Вот он что. Ух, так. Здесь у нас тупичок. Давай зайдем в эту комнатку, посмотрим. А здесь у нас ничего. Тут у нас замечательный проход. Куда он нас ведет? А у нас он ведет вот сюда. А к тебе... О, смотри, тут можно открывать сейф отмычками. А я как раз могу отмычки делать. Только я пока их не делал. Отмычки. И тут отмычки. Нифига себе. Замутили ребята, да. Две отмычки уже надо. Да, это, конечно, здорово. Вон он стоит. Так, ты меня заметишь так? А? Заметила, уходим. Не туда. Тогда пойдем в другую сторону. Что-то тут все жестко. Блин, тут закрыто. Идет обратно. Вот сейчас мы тебя как раз и шлепнем. Ох, отлетел, отлично. Нормально. Заходим в эту комнатку. Смотрим, что здесь что-то есть. Две отмычки надо. Хорошо. Я запомнил. Тут наверняка что-то ценное лежит. Что ценное, пока неизвестно. Почему нельзя просто перелезть через эту каталку, а? Чувак, тебе обязательно нужно оббегать. О, еще какой-то файл. А ну-ка, давай прочитаем этот файл. Строительные требования идеального королевства. А ну-ка. По заказу мистера Фреда только 1% земли будет зарезервирован как его личный жилой район, который должен быть расположен у озера и построен в белом цвете. Остальная часть земли будет использоваться для строительства школ, больниц, научно-исследовательских учреждений и сельскохозяйственных угодий. По меньшей мере, два слоя должны быть выкопаны под землей, где должны быть вентиляция и защита. Подземный район должен быть подходящим для жизни людей и обеспечения максимального разрешения 2-миллионного населения. Что-то этот мистер мэр, он что-то мутит реально. Вот просто мутит какую-то муть. Ну хорошо, здесь у нас наверняка тупик. Ну точно, да. Короче, мне нужно две отмычки, чтобы открыть вот этот. Стоп, там земля идет. Как ты сюда вообще прошел, а? Давай я тебя грохну, пока ты тут ходишь. Улетело, отлично. Одна отмычка здесь. Вторая отмычка здесь. Две отмычки. Где у нас зомби ходит? Вон он ходит. Уходи. Быстренько уходи. Забираемся наверх. Здесь нам не пройти. Так, тогда уходим. Две отмычки нужно. Хорошо, спасибо. Я предлагаю отправиться обратно в наше убежище, сделать парочку отмычек и вернуться сюда. Так, наверное, и сделаем. Я вернулся обратно в эту больницу, но уже с отмычками. Сейчас я дойду до этого места, где нужно там кое-что открыть, и попробую ковырнуть. А ковырнуть нужно вот в этой стороне. А ну-ка, так, ковыряем. Давай, скорее. О, какой-то файлик. Так, подожди, там у нас уже, нас уже срисовали. Давай. Если я сейчас выйду обратно и снова зайду, он наверняка не будет за мной охотиться, правильно? Да, смотри, он за мной не охотится. Мне нужно его грохнуть, чтобы остальное забрать. Там был какой-то файл интересный. Я хочу его забрать. Блин, это крутой зомби. Давай, ты сможешь. Уходи, там их двое, ну нахер. Так, один уехал. Теперь с этим разберемся. Отошел. Подошел. Я слышу, блин, что время нужно возвращаться. Я тебя понял. Подожди. 4:30, да. Хватит пикать, гадина. Так, читаем. Требования безопасности идеального королевства. Мистер Фред имеет чрезвычайно большие ожидания по поводу системы безопасности идеального королевства. Не менее 3 метров сплошной стены должно быть построено вокруг всей земли, на которую невозможно залезть. Нужно, чтобы каждые 500 метров находилась видеокамера, и ожидается, что будет построено здание мониторинга, чтобы следить за происходящим в каждой клочке земли. Стоимость строительства этого всего очень высока. Мы не думали, что это практически необходимо, но наше новое предложение
было отклонено мистером Фредом. А что это он? Не хочет, а? Это что такое? Неизвестная пилюля, препарат с неизвестным эффектом. Никто не знает, что произойдет после потребления. Ну, после потребления. Давай, наверное, глотанем. Хобана. И что у нас появилось? Что это такое? Защита какая-то появилась, да? Оба-на, у нас тут маленький порез. А, ну у нас потому что покосали, конечно. Конечно. Я заберу еду, потому что она намного важнее. Вот это, ну и вот эту мы посадим, наверное. Так, больше тут ничего интересного нет? А, тут он еще. А ну-ка. И тут тоже дверь. Блин, а? Ну, вообще-то мне нужно возвращаться. Но я хочу вот здесь вот посмотреть. Потом вернусь второй раз и открою вот тот вот нижний сейф. А тут вообще ничего нет. Ой, да тут еще изучать и изучать. Все, погнали на базу. Я вернусь на следующий день. На день шестой. Вот я снова здесь. В новом шестом дне. Давай ковырнем эту штуку. А то она тут стоит такая вся замечательная из себя. Надо ее разгадать. Раскрыть ее секрет. А секрет в ней вот такой. О, какой-то технологический журнал. Прочитайте его один раз, и вы получите более глубокое понимание науки. Тем не менее, вы не будете много помнить после того, как поспите. Чё? Ну-ка, читать. И что? Более глубокое понимание не имеет прочности. Что это могло быть? То есть у меня тут... Как? Интересненько, интересненько. Ой, зомби, 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 зомби. Зря я, наверное, сюда иду. Мне надо его грохнуть, этого зомби. Откуда ты появился, милок? Пока ты там, я пока тут. Оба-на, и все. Ну давай, иди уже. Блин, пока дойдет, Новый год настанет. Так. Отошел. Отлично. Ну, ты не оставил мне выбора, чувак. Просто не оставил. Да, да. Это было вот так вот, жестко. Теперь пойдем в другую комнату, посмотрим. Песу столько ходов, то тут прошел, то там прошел. Отошел. Удар. Ушел. Удар. Ушел. А, получил. Так, отлично. Без паники. Кулаками-то мы махаем, нормально. О, успокоил я тебя. Ну смотри, тут больше... А, вот еще. Почти 10 утра, а оно вон оно что. Так, я, наверное, журнал пока уберу, потому что он... А, хотя все входит. Ну вот, отлично. Осталось только там проверить. Но я не могу там проверить, потому что там этот парень ходит. Мне надо его убить. А чтобы его убить, нужно оружие. А оружие у меня хреновое. Поэтому давай-ка сходим сюда наверх, в ту дверку. Разведаем, что там может быть. Заходи. Так, о, блин, он меня срисует. Срисовал. Блин, да ты чё, да ты шутишь, что ли? Отойди, 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 отойди. Паника, паника. Кулачищами своими. Ну, всё-таки замочил её. Взял и замочил, как мужик. Где ты, гадина, крычишь? Ну, смотрим здесь. Офигенно, большая больница. Просто куча места, где... Это что такое? Инструменты для автомобиля. Профессиональный набор инструментов для обслуживания автомобилей. Слушай, это прикольная штука. Но я ее возьму. Я, наверное, вот эту хрень выложу. А это я возьму. Прям 100%. Бинты я тоже пока не буду брать. А, подожди. Давай. Бинты я выложу. Резинку я возьму. Потому что резинка важнее бинтов. Ну, смотря, конечно, в какой ситуации важнее. Ты так не беги, милок. Можешь нарваться на кого-нибудь. Очень нехорошего. Вон, видал, ходит там претендент. Давайте попробуем так вот сядем. Да блин, он еще какой-то крутой. Ты. Вот сейчас мне точно нужны бинты. Вот сейчас точно 100% нужны бинты. Вау! Что за синяя хрень? Кажется, мне хана, ребята. Кажется, мне хана. Ты выйдешь отсюда? Давай, 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 давай. Нет, не выйдешь. Блин, все! Все, капец, придется бегать, блин. Я бегаю. Блин! Да, меня убьют, меня убьют.
Еще сейчас убью. Да все, хана мне. Я тебя понял. Давай, давай, пожалуйста. Блин, мне... Зря я куда-то сюда пришел. Ох, и зря я пришел сюда. Я не успею выйти. Я не успею выйти. Просто не успею. Все, хана мне. Поскольку я умер, мне пришла поставка. Давай посмотрим, что это такое. Хочешь умереть просто потому, что не хочешь, чтобы я остался один? Забудь об этом. Умоляй меня. И может я поделюсь с тобой ресурсами. Мне предлагают 4 варианта. Помоги, мне нужна еда, или я умру. Помоги, зомби такие сильные. Помоги, мне нужны ресурсы. И, ну уж нет, я сам справлюсь. Ну, наверное, возьмем ресурсы, потому что в них весь сыр-бор. Помоги, мне нужны ресурсы. Хорошо, я дам тебе немного ресурсов, но расходуй их с умом. Этот чувак нам с того света, что ли, ресурсы присылает, а? А интересно, будет почтой России или чем-то еще? О, что-то пришло. Давай, 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 беги сюда. Так, посылочка открываем, спасибо. А в ней у нас чего?